А мне тоже, кстати, один из товарищей наших общих недавно рассказывал, Валера Сюткин. Я от него совершенно случайно узнал, что он чуть не оказался тоже в свое время в «Машине времени». И он как раз очень пел дифирамбы тебе. Он сказал, что Державин придал звучание очень многим песням совершенно вот как бы новое. И, то есть вот песни заиграли. Я-то как потребитель воспринимаю. Для меня песни и песни. Там, песни uh-huh. группы «Сталкер», песни группы «Машины времени». Я же не понимаю, кто туда что внес. Uh-huh. Вот, а что ты внес-то? Это же... Прекрасный вопрос. Да. Ты задал прекрасный вопрос. А Валера, мне очень приятно, что он это отметил, потому что мнение Валеры для меня... В эфире? Это где-то не в кулуарах было, это прямо было в эфире, по-честному. Вдвойне приятно. Угу. Мнение Валеры для меня очень важно, потому что он замечательный музыкант. Но он, это... Таких, как он... Да, про кукушку и петуха мы знаем. Он настоящий музыкант. Скажи, он вот, музыкант мне, меня интересует чисто вот технический вопрос. Ты вот делал эти аранжировки, ты с командой советовался, или ты просто тебе дали карт-бланш, вот, Андрей, вещь, сделай из нее вещь еще лучше. Как эта работа происходила? В какие-то моменты советовался, в какие-то моменты команда доверяла. Угу. И, в общем, я старался не навредить. Угу. Вот самое главное, чем я руководствовался, не навредить. Потому угу. что в ту фактуру, которая есть музыкальная, да, можно ведь навалить угу. чего угодно там клавишного, да, и либо получится, ну, не будем называть что. Ну, да. Я старался как-то вот увязать все так, чтобы не мешать. Угу. Не мешать звуку и гармонии, что угу. самое важное. Угу. Потому что, допустим, мне кажется, там «Чужая свадьба», да, это вот такой вот, ну, совсем-совсем Державин. То есть вот... Илья, вот ты как профессионал меня поправь, если я говорю несуразные вещи. То есть вот сложно представить себе чужую свадьбу, и чтобы там в кутиках играл там. Конечно, на басу. Практически невозможно. Нет, ну я серьезно. Ты я же... тоже. Нет, ты... Но мне сложно говорить о себе. Ну да. А придется. Придется. Придется, потому что здесь больше никого нет. Я понимаю. Ну, я думаю, вот. Вот как. Что, конечно, вкусы разные. И не всем нравится, скажем, в моей песне. Но, видишь, я какая... Не всем в коллективе или... Вообще. В аудитории. Да, я тебе больше скажу. Не всем в мире. И вот над этим я сейчас работаю. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».